Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 19-го каталога Faberlic. Посмотрим с вами самые вкусные акции и предложения, оставлю вам свои отзывы и рекомендации. Слава богу, девчонки, уже в этом каталоге не так много новинок, потому что не хватает ни времени, ни какого бюджета их тестировать. Но это на самом деле круто, что Faberlic нас всегда радует большим обилием новинок каждый каталог. Смотрите, с первых страниц у нас тушь прошлого каталога. Я ее не брала на затест, потому что мне такая кисточка не нравится. Тут Новый год, семья Нечаев, да, Faberlic лайк. Не забываем каждый каталог делать с вами заказы от 1000 рублей, чтобы участвовать в этой программе и брать со скидкой 70% любой понравившийся нам товар. Ну, кроме там некоторых позиций. Глиттеры, палеточка. Палетку мы с вами обозревали. Все полезные видео и видео про эту палетку я вам в инфобоксе оставлю. Проходите, смотрите. Я уже засмотрелась и на глиттеры. Думаю, может быть, под Новый год себе взять. Не знаю, подумаю. Про маски Инстагламер, девчонки, я вам много раз уже рассказывала, мне не очень нравится. Легкое увлажнение, и все, и больше ничего. И больше всего бесит то, как надо ее отмывать. Она, эти блестки так тяжело, девчонки, смываются с лица, вы себе не представляете. Спонжами, руками и водой, и все равно кое-где на лице они остаются, поэтому крайне неудобный продукт. Не рекомендую. Возьмите лучше масочку Биомика или масочку Проликсир, они работают лучше и как-то... И смываются хоть нормально. Про серию Bloom я вам рассказывала. На мне она как-то не работала. Я брала 35+, вот эту линеечку с жасмином. На мне она не работала, поэтому я ее вам, в принципе, видео никогда не рекомендую. И на ней внимание не акцентирую. Будут наборчики. В этом каталоге вообще много наборов, очень бюджетных, очень выгодных, да, которые можно взять на подарочек к Новому году учителям, там, в садик и так далее. Цены шикарные. Смотрите, вот кремушек для рук и жидкое мыло. Очень красивые наборы. Во-первых, сейчас бьюти-кафе у нас линейка выглядит просто потрясающе. 199 рублей, да, кремушек для рук и жидкое мыло. То, что всегда нужно, то, что всегда пригодится. Смотрите, а лаймовый сорбет у нас вообще 139. Любой за 139, да? Классно. Наборы суфле для тела и гель для душа. 229, тоже шикарная цена, шикарные наборы. Гели для душа по 139 рублей отдельно, да? Скрабик для тела. Набор со скрабом для тела 229 тоже рублей. Вообще подарочек шикарный. Мне очень нравится аромат именно лаймового сорбета. Больше всего, наверное, из этой линеечки. Дальше у нас с вами парфюмы. Можно понюхать Юдашкина. Можно понюхать еще Юдашкина. И будет шикарная, девчонки, цена на Вулкана. Это один из любимейших мною ароматов мужских, именно Faberlic. Скидка аж 60%. 639 рублей без вашей скидки. С вашей скидкой вообще будет цена просто сказочная. 500 рублей где-то, да? Это хорошая цена для этого парфюма, с учетом того, что здесь у нас, девчонки, 90 миллилитров, 90, мне очень надолго хватает мужу этого парфюма, это с древесными нотками, такой очень интересный, приятный запах, девчонки, и подойдет мужчинам, мне кажется, 30-50, вот так, ну, может быть, даже 25+, вот так, классный аромат, очень рекомендую вам к нему присмотреться. Очень бюджетно будут стоить парфюмы в объеме 30 мл, 299 рублей, плюс ваша скидка вообще в 200 рублей с копейками, они обойдутся. Здесь у нас классический Каори, Дона Феличи, многие любят эти ароматы. Променад, Инкогнито, Феерик Сенсуэль, один из самых классных ароматов тоже женских. Вот эти 5 женских ароматов можно будет взять всего за 200 с небольшим рублей. Классная тоже цена, можно на подарочек или себе любимый. И классная цена будет на Дейзике, почему на них обращаю внимание, у меня все время знакомый их заказывает. 99 рублей, то есть со скидкой вообще рублей 80. И самые популярные ароматы, да, Бьюти Кафе, Каори и 2 Бьюти Кафе, Каприс и обычный классический. Отлично, Дейзики мужские тоже по хорошей цене, возможно, мужу возьму 8 элемент. Очень понравилась, кстати, эта серия и запахи ее. Поэтому, да, аромат. Аромат новинка Элисар. У нас, девчонки, 2 799. И даже по купону он будет не очень выгодно стоить, потому что черная цена его, полная цена его, 3 700. Наверное, девчонки, минус 70%, по-моему, 1000 с чем-то он выходит. Но для такого аромата, если честно, 1000 с чем-то это нормально. Потому что мне он нравится, я с удовольствием его ношу. Очень красивая подвеска. Мы с вами все это дело тоже обозревали. Ссылку в инфобоксе оставлю. Он очень круто раскрывается на морозе. Вот поэтому мне прям на зиму он безумно понравился. Ношу с удовольствием прям с превеликим.
линейка Glam Team. Здесь пока нет новиночек. Вот эта помада, помада жидкая матовая, девчонки, моя самая любимая сейчас, Faberlic. По текстуре, по нанесению. Она практически не сушит губы. Она не супер там стойкая, не 24 часа, но тем не менее у нее стойкость средняя, часов 6. А, смотря какой у вас будет перекус и так далее. Исходит она плавно. Если кто пробовал помады жидкие матовые Vivien Savo, вот это вот мне прям один в один. Новинка прошлого каталога, даже позапрошлого, наверное, Velvet Kiss, тоже очень неплохая помадка, но она, девчонки, сушит. Она действительно сушит. Она больше похожа на помаду «Бархатный сезон». Она сухая. Вот у нас здесь на картинках написан, нарисован такой, да, даже, я бы сказала, глянцевый финиш. Нет, она очень сухая, и сразу на губах она смотрится совершенно не так, как на модели и как на картинке. Имейте это в виду, на зиму, возможно, и не очень подойдет. Но гидролипс, вот на зиму, вот это самое, оно, может быть, стоит подождать скидочки. Вообще, вот эта помада мне очень нравится. Она как бальзамчик, сильно пигментированный, очень хорошо увлажняет губки. Вообще замечательная. Блеск мы тоже с вами обозревали в прошлом каталоге. У меня дочь себе заказала подводочки. Буду брать, скорее всего, девчонки, повторять тушь коричневую Miss Curl, потому что пока она у меня в фаворитах. К вот этой туши рука не тянется, после нее реснички классные, но из-за вот этого неудобства нанесения, да, из-за того, что вот такая вот у нее кисть, рука к ней не тянется. Поэтому, ну, не вижу разницы между ними по эффекту практически никакого, да, только то, что здесь ярко-черный цвет, а я беру коричневую. Этой гораздо мне удобнее, больше и лучше загибает она мои реснички, выглядят они классно, поэтому за такую цену, скорее всего, я повторю покупку туши Miss Curl. Дальше у нас с вами для бровей. Кстати, в прошлом заказе я брала карандаш для бровей теплый коричневый, который действительно должен был быть теплым. Вы тоже удивились. Он был абсолютно не теплый, он был серо-коричневый. Поэтому имейте в виду, я брала женщине с рыжими волосами, и, ну, вообще не то. Мы с вами и сводчили, и получилось в итоге совсем не то. Скоро буду брать кушончик, пробовать по программе Faberlic Like. Не знаю, может быть, в этом каталоге, может быть, в следующем, потому что мой ICU уже заканчивается. Уже его неудобно наносить, там только вот по бокам осталось тональное средство внутри, и уже неудобно, девчонки, наносить. Я думаю, сейчас его допользую и возьму себе на пробу вот эти наши новенькие кушончики по программе Faberlic Like. Мне кажется, в принципе, они не сильно должны отличаться, единственное, что там два оттенка. По поводу этого лака, у меня был, девчонки, оттенок, по-моему, персиковый нюд. Я вам в сюжетах отзыв на этот лак оставляла и видела другие обзоры, что каждый цвет как-то он ведет себя по-разному, какие-то жидкие, какие-то густые. Именно вот этот персиковый нюд мне не понравился, он густой, он полосит с первого слоя, полосит со второго слоя, и когда вы наносите второй слой на первый высохший, да, он тянет за собой первый слой, хотя он уже высох, и образуется проплешина. И мне пришлось еще блесками покрывать сверху, чтобы был носибельно хотя бы, да. По поводу стойкости, да, он стойкий. Он больше 3 дней, если все лаки Faberlic, в том числе и вот этот, сейчас мы с вами до него дойдем, у меня носится 3 дня, и потом вот здесь вот уже по краям немножечко начинают облизать, да, то этот нет, этот дольше я носила, и, наверное, дней 5 точно. Поэтому, да, стойкий, и за счет своей густоты, вот именно этот цвет, про другие не могу сказать, а есть такая, как бы он немножко выравнивает ногтевую пластину, это в нем есть, да. Так, и вот эти новенькие лаки у меня вот такой. Так, он называется у нас «Красная дорожка», он мне очень понравился. Я не хочу другие оттенки, они мне не нравятся. Золото, мне кажется, вот этот вот розовый, сиреневый и серебро как-то пошло на ногтях смотрится, а красный, вроде красный, здорово, красиво, мне очень, девчонки, нравится. Здесь мелкий шиммер, он тоже достаточно стойкий, я наношу в 2 слоя, ногтевую пластину тоже более-менее выравнивает, да. Вот, наношу в 2 слоя, потом, когда начинает через 3-4 дня вот тут вот по периметру кое-где стираться, я еще наношу 3-й слой, еще ношу несколько дней. Поэтому на неделю мне вполне хватает. Новинки у нас ухаживающих средств за ногтями. Ну, мне кажется, это перевыпуск старой линейки. Меня здесь заинтересовало, знаете что, девчонки, сейчас скажу. Хочется попробовать стойкое топ-покрытие. И, наверное, все. Маслица для кутикулы у меня есть. Как бы есть смысл брать такие средства довольно бюджетные. Здесь не очень бюджетно. А потом, девчонки, переливать туда жидкий витамин А или Е из капсул. И будет все окей тогда. И ухаживать это средство будет лучше без всяких примесей. Я так и делаю. Я купила в Орхидее парфюм за 15 рублей, наверное, рублей за 30 маслица. И туда выдавила капсулки Аевита. А если есть у вас жидкие витаминчики, то еще лучше. Новинка прошлого каталога, серия Global Oxygen. Мне очень понравились средства, которые я брала. Я взяла, девчонки, маску.
Почему-то мне показалось, что она ночная, но она для меня только ночная, потому что она оставляет на коже липкость из-за гиалуронки, скорее всего, да, и на день не очень удобно. И я брала пенку, вот кислородная пенка для очищения лица, тоже очень понравилась, очищает лицо до скрипа, ощущение свежести после нее, какой-то вот легкости на коже, знаете, как будто она дышит. Мы с вами вместе тестировали, тоже видео оставлю в инфобоксе. Хочется поэтому взять и кремушки обязательно потестировать, или в этом, или в следующем каталоге возьму, потому что пока уходовых средств очень много, нужно немножко подбить свои запасы. Кислородное сияние советую девочкам, у которых зимой сохнет лицо, особенно Т-зона. Подорожали у нас эти линеечки, да, но набор можно будет взять за 669 рублей. Это очень питательные и увлажняющие крема, которые как-то меня спасли зимой от шелушения. На морозы, на зиму прям линейка изумительная. На карбокситерапии будет небольшая скидка. У меня закончился уже, наверное, третий набор, и надо пополнять свои запасы, либо в этом тоже, либо в следующем каталоге возьму. Это очень крутая серия, которая действительно классно очищает, подтягивает кожу, дарит ей упругость. Мне очень нравится, выравнивает тон лица, вообще супер. Я люблю карбокситерапию от Faberlic, просто обожаю. Я вижу и увидел эффект с первого применения, поэтому мне очень нравится. Если жалко таких денег отдавать за три средства, потому что без маски не вижу смысла. Маска вообще тут практически самый работающий компонент. После нее у меня щипит кожу, и вот именно после нее охрененный такой... Ой. Sorry. Классный такой эффект. Если жалко тратить такие деньги, можно взять вот мини-версии по 15 мл, хотя бы попробовать взять по тесте со скидкой, будет рублей 300. Нормальненько. На серию Биомика желтые ценники при покупке двух продуктов они будут срабатывать у нас. Безумно люблю, девчонки, маску из этой серии. Так, и сколько она у нас будет стоить? Так, это маска или не маска? Это крем-флюид. Вот, восстанавливающая маска сливки, 299 рублей. Обожаю, прям любовная моя любовь. Ненавижу вот эту мицеллярку, потому что вырви глаз, но обожаю вот эту маску. Она очень крутая. Она тоже дарит упругость, выравнивает тон лица. Она действительно как сливочки на вашем лице работает и здорово увлажняет. Прям вот к ней рука тянется постоянно. У меня пока есть хороший запас этой маски, а попозже обязательно его пополню. Так, новинка, девчонки. Крем для век у нас появляется в серии «Эксперт». И что нам обещают? Лифтинг верхнего века, укрепление кожи. Для нависшего века, девчонки, вот этот крем-гель. Оно у меня не нависшее. Я бы взяла вам эту новинку на затест. Но что я вам расскажу? Оно у меня не нависшее, и морщин у меня на веках нет. Поэтому как-то, ну, не знаю. Я посмотрю, может быть, и возьму, но о чем я вам буду рассказывать, не знаю. Как профилактику взять? Да, можно. Рим Корнеева здесь нам рассказывает, какие проблемы решает это средство и так далее. Это средство для тех, у кого с возрастом верхнее веко немножко опустилось, да? Есть такие проблемы, многие девочки мне о них писали. И вот можно, конечно, попробовать, потому что вообще линейка с коллагеном, точнее, с ретинолом, у меня с ретинолом, мне очень понравилось. И шприц понравился. Это действительно работающее средство. Сейчас я добиваю крем ретинол лайк, вот этот вот на дневной основе. Осталось буквально у меня на 2-3 дня, наверное. И только к нему тянется рука. И вот сейчас в холодное время года он подходит мне идеально, не вызывая никакой жирности. Хотя он такой достаточно плотный. И для тех, у кого жирная и комбинированная кожа, на теплое время года нет. Так же, как и мне, да? А вот сейчас зимой он прям вот мне идеально подходит. Питает так, как надо. Потому что все равно есть сухость, все равно у нас отопление у всех, да, 599 рублей, пока без скидки, можно кремушек это тоже по программе Faberlic Life взять, и будет себе вполне бюджетненько. Детская линейка у нас вся по желтым ценникам, и кошка манго малина, и технокидс, и малышковая совсем с нуля плюс, буду запасаться пастами, шампунем, из этой линейки мы берем тоже средства для подмывания и крем для мамы и малыша. Очень нравится. Детская линейка Faberlic отличная. Тут у нас не чай, в клуб начинается. Батончики наши с вами. Те, которые по 4 штуки я вам показывала, да, с лимончиком, с вишней. Вот они. Вкусные батончики, кстати, мне очень понравилось. Вот 4 штуки. 189 рублей, это очень бюджетно, 47, да, за каждый батончик. А вот эти у нас уже идут за 189 и за 249, да, еще за 249 еще 4 штуки. А за 189 вот эти, тут 3 штучки всего в наборе идут. Каши, супы, второе, все, что хочешь на любой вкус, выбирай. Шоколадочки, чай. Мне, кстати, муж эти чаи не заценил вообще. И новый чай, который я вам показывала с имбирем, он заварил его в термос, взял с собой на работу. Нет у нас, по-моему, в каталоге еще их, да, этих чаев, они только на сайте. Я вам в прошлом заказе показывала.
И он говорит, когда я начал на работе пить его, у меня жгло все, говорит, это какой-то капец, там столько имбиря, он такой не любит. Я люблю, он нет. И вот эти чаи он не заценил ни один, и с имбирем он сказал, тоже больше пить не буду. Выгодно по программе Faberlic Light брать коктейли, брать супы. Очень выгодно получается. Вот еще такая новиночка, девчонки, фитобальзам, очищающий на основе инжира, да? Это для регулярного стула, легкое слабительное средство. Сейчас, в периоды застоев, когда у нас мало движения зимой, это круто. И цена довольно бюджетная. Взять, попробовать, почему бы и да. Но тут я как-то, когда первый раз листала каталог, подумала, что мне показалось. Слушайте, ну это очень дорого, но неужели кто-то будет брать? Я не знаю, випы, если только, и вот лидеры, да, потому что как бы есть объемная скидка, деньги куда-то надо потратить, и то не факт. 3000 чайник обычный на 1,7 литров и стеклянный 3300. Но это очень дорого. Но я не думаю, что там какое-то супер-пупер качество, да, за такую цену. И я не знаю, я, естественно, не буду брать. Я прям как-то подудивилась, девчонки, ну какие же цены гнет и Фаберлик, и другие сетевые компании сейчас. Поэтому нет, конечно, мимо, мимо и еще раз мимо. Так, Гринли. Гринли нравится. Мы с вами обозревали цитрусовый. Гель для мытья посуды очень. Мне понравился. До скрипа все отмывает. Классно пенится. Все супер. Так, здесь у нас, девчонки, моющее средство тоже обозревали с вами универсальное. Также пахнет цитрусом. Натуральный ароматизатор. Здесь масло. Масло у нас в составе. Так, и биогель для очищения туалета у нас с вами появляется. Эфирные масла пихта, сосны, кедра, голубой ели и эвкалипта. Буду брать, будем с вами тестировать, посмотрим, как он справляется со своей задачей. И появляются еще у нас в линейке Гринли кондиционеры для белья. Тоже обязательно с вами возьмем. По 189 рублей они будут. Но здесь восточный, цветочный. Ну, может быть, восточный с вами возьмем. Потестируем аромат и сравним его с предыдущими. Обычный порошок будет не очень бюджетный, хотя мне надо пополнять запасы. Не знаю, возьму либо Гринли, либо обычный в этот раз. Гринли у нас даже дешевле. А, нет, пятновыводитель у нас дешевле. Гринли 399 будет, да? Обычный порошок 329. Но Гринли, он немножко помощнее. Если вы выбираете, не знаете, какой заказать, Гринли он помощнее как-то. Он мне больше нравится, но я их все равно чередую периодически. Классная задумка с раскраской одежды. Мы с вами тоже обозревали носочки, раскрашивали их вместе. После первой стирки краски поблекли. Сегодня буду стирать второй раз. Посмотрю, может, после второй вообще отстираются, да? Но можно как бы сесть и заново пораскрашивать их. А так очень интересно. Ребенку безумно понравилось. Она их прям носит, носит. Ей так нравится. Так, дальше у нас одежда. С вами я ее пролистываю. И в конце у нас с вами скидки. Скидки, 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 пакетики, календарики, варежки, бомбочки. Бомбочки нам очень нравятся. Наверное, будем брать опять. Буду брать вот такие наборчики, несколько штук. Решила раздарить всем. Серия «Зима. Желтые ценники». Зимний уход за кожей и волосами. Так, это у нас с вами шоколад. Дороговато. Мы с вами брали бычка вот такого. Дочь у меня все просит сквиши. Может быть, сквиш закажем с ней. Так, тапочки классные, суперские. Не знаю, пройду ли в этом каталоге я по акции для консультантов, да? Если я не пройду, может быть, закажу так, потому что мне очень они нравятся. Такие классненькие вообще. А подарок за регистрацию, девчонки, будет очень крутой. Это у нас вибромассажер с розовым кварцем. Работает от батареечки, кстати, по-моему, 1А, если я не ошибаюсь. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, я буду вашим помощником на протяжении всего пути. Да, у нас нужно будет сделать заказ с вами на 1699 рублей в ценах каталога, то есть без вашей скидки. И тогда в следующем заказе мы получим вот такой вот вибромассажер. Класс. Не, супер вообще, супер подарочек, супер на самом деле. Ради этого стоит зарегистрироваться. Ну вот и все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Я прощаюсь с вами до следующих роликов. Всех люблю, целую, всем новогоднего настроения. Всем пока-пока.